Ну что же, это снова я. В заключение вот такой мини-каталог, который будет аж до 24 числа действовать. Вот это получше, конечно. Давайте внимательно рассмотрим, что здесь. Мне кажется, я обзор не делала. Такие классные цвета и текстуры зеркальца с розой. Купила бы. Жордани Голд. Ну, вот эти, думаю, известные. Афина, вот такой крем для рук. Такой бальзам. Всем известный, я думаю. Теперь косметичка, органайзер, птички. Также вот в таком оформлении роликовый клад. Парфюмерная вода. Rose of Dreams. Честно говоря, я даже не знаю. На них отзыв, по-моему, не было. Это новинка, что ли? Кто знает, напишите. Здесь у нас имеется крем для душа. Крем для душа, да, точнее. Так вот он выглядит здесь. Summer Bliss, лимон и лаванда. Должен быть обалденный запах. Давайте бижутерию теперь посмотрим немножко. Вот, значит, ожерелье, жемчужный каскад. Вот так оно сделано. Так, на модели. Вот теперь давайте посмотрим повнимательней, что здесь. Колечки. Тут даже Сваровски напоминает с Мирандой Кер. Я уже рассказывала в прошлых своих видео. Леопардовая сумка. Сумочки интересные. Такое не помню даже, чтобы было. Но может быть где-то в прошлых каталогах. Это для любимых детей. Змейка-игрушка. Кружечка. Также для детей. Для дома товары. Даже кофеварка фирмы Максвелл. Набор постельного белья. Угу. Термос. Размер. Ага, вот здесь. Здесь специальное предложение.
так классно. Сумочка. Ну что же, а на этом я хочу пожелать вам счастья, здоровья и с наступающим вас. Пока-пока.